Итак, народ, привет. Непонятно, что произошло с весной. Опять пришла зима. Как вы видите, сейчас здесь куча снега. Я далеко не уходил, если честно, не хотел особо сегодня идти ловить птицу. Но вышел послушать одного чижа, которого я поймал недавно, мне, в принципе, понравился, и второго щегла. Захватил с собой снегурку свежепойманную и еще одного вьюрка, ну и репелка же, естественно. Расставился на своем месте, туда дальше в поле не пошел, поскольку здесь не было удобно вычищать. И я подкармливаю это место уже довольно-таки давно. Сюда слетается у меня птица. Не раз я замечал, что здесь, когда ловил в другом месте, я приходил сюда, смотрел, сюда сами самостоятельно прилетали щеглы, спускались и кормились на той зерносмеси, которая там стоит под тайник. Почему еще пришел сюда? Потому что я, как говорил, мне надоело ловить на оску, и я хочу половить на тайник. Поэтому, в принципе, и пришел сюда, и высыпал туда еще много-много корма. Как видите, сейчас снега много, я пошел туда корма высыпал с клеток. Мусор, который птица не доедает. И, соответственно, с собой прихватил, ребят, две хлопушки. Прошу прощения за предыдущее видео, что я их назвал немножко тульскими вместо томскими. Ничего, ребят, личного. Была трудовая неделя, очень было много работы. Я практически, грубо говоря, сутками пропадал на работе. Вернее, с утра ехал на свою основную работу и вечером ехал, помогал другу по поводу его работы, потому что нужно было за неделю очень многое сделать, и пришлось ехать ему помогать. И практически приезжал домой в 12, час ночи, и так практически каждую неделю. Поэтому ничего личного, уж сорян, простите, что я назвал, короче, их тульскими, вместо томскими. Тульский сарафан, тульский пряник. Ребят, еще раз прошу прощения. Ну что, ставлю камеру на место. Попадется что-нибудь у нас на хлопушку, не знаю. А, взял с собой сегодня еще чечика. Во. Чечика, чижа, репелка, щегла и вьюрка. Вот как-то так. Хотя вьюрка надо было в другое место брать. Еще почему поставил здесь, потому что я развесил на двух деревьях два хлопка. Здесь еще есть синицы. Вот. И проверить как-то на хлопок надо. Конечно, синицы могут испортить весь праздник, в плане того, что может прилететь какая-то видовая птица, а синицы могут попасть на хлопушку, хлопушка хлопнет, соответственно, вся птица может улететь. Но прихожу к тому мнению, что не важно количество пойманной птицы, главное, важно пребывание на свежем воздухе, на природе и под пение птиц. Все, смотрим видео. Дальше. Не успел поставить камеру. Что у нас тут? Чижик. Синичка. Чижик. Ой, щегол. Ёпт. Чижок. Щегол влетел. Ах ты, блин. Налякал. Налякал щегла. Ну да ладно. Так, синичка у нас с той стороны попалась. Ребят, вы видели? Чего? Кстати, и пел он так неплохо, свиринкал тут. Тут один прилетел, и я слыхал, что он пел, в принципе. Thank you.
Реплушка. Долго чичукала там. Реплушечка. Да? Да, реплушечка попалась. Такие щеглы, ребят, неплохие, да? Надо ведь, хороший щегольчик попался. Кстати, блин, прилетела синичка с тыла, с обеих хлопков, семочки. И не попалась вообще, прикиньте. Вот, блин. Да. Бамс. И тут на камеру мне было видно. Подскажи, брат, иди. Хорошо, подскажи. Попались.
Ну, это щегол такой, слабак. Все не было видно, ну такой щегольчик попался под завершение видео. Не знаю, что там захватило камеру, но влетел такой товарищ. Вот еще гул, 100%. Странно, такой ветер и попалась. Ну как так могло? Я не знаю, случится. Но попал в карман для гладов. Кстати, народ, идет весна, я буду выпускать свою птицу, большое там количество птиц, ну как большое количество, некоторое количество птиц обычно буду уменьшать, потому что мне на лето не нужны, поэтому совершенно бесплатно я отдам юрка, чечика, чижа и одному щегла. Птица уже обсиженная вся практически, не боится. Ну, вьюрок, по-моему, самка, если я не ошибаюсь. Фу, блин. Вот, самка вьюрка. Может, молодой вьюрочек. Ну, она такая, что там бикала, не знаю. Чижик высиженный хорошо. Блин, хорошо уже пищит.
чехол тоже уже манит нормально. Вот. Чечек с прошлого сезона. Нет, с этого сезона чечек у меня, ну, с прошлого года пойманный. Поэтому сразу после выхода видео пишите в комментариях. Я, возможно, эту птицу кому-то подарю совершенно бесплатно. Причем вообще, если есть желание, я могу отдать все четыре птицы в одни хорошие руки. Поскольку я хочу себе все-таки в этом сезоне добиться поймать снегиря, мне надо место. И чтобы птица эффективнее у меня пела и жила, и чувствовала себя комфортней. Блин, капец. Вот так сяду сейчас. Чтобы птица у меня спокойно, комфортно жила и пела и так далее, нормально, чувствовала себя хорошо. Я просто уменьшу количество птиц, которые у меня есть, и они у меня сидят в одной клетке. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы они сидели в разных бы клетках, в пролетке, в основном по одной птице было, вообще было бы идеально. Но количество мест ограниченное, поэтому уменьшаю количество для проживания того, чтобы та птица чувствовала себя комфортно. Поэтому эту птицу пускаю или выпущу на волю, или совершенно бесплатно отдам всем, кто пожелает. Ну, естественно, птица поедет по Украине, потому что в другую страну она не поедет, это точно. Что-то еще можно будет отдавать, не знаю, пока еще думаю. Отдам еще потом попозже снегурку и отдам еще попозже овсянку. Возможно, еще одного чехла, возможно, еще одного чижа. Поэтому, но это пока в проекте. А там посмотрим. Вот, буду, ребят, собираться. Ветер сильный дует, северный, холодный. Я сижу тут в своем шалаше. Капюшон подкинул, потому что сильно задувает. По ловле сегодня у нас что получилось? Ну, получилось немножко, да, половили птиц. Напоследок попался чехол. И еще в завершение видео. И еще в завершение видео попалась Машка. Чижовка, да. Извините, вы там говорите неправильно, что я неправильно говорю. Ну вот. Причем так лягла, не знаю, аккуратно. Вышел я сегодня, ребят, как вы уже видели, уже было светло. Если честно, я проспал все это дело. Собака утром вышел, погулял и вышел где-то, наверное, уже проставился. Здесь где-то часов 9 было. Ну, сейчас 12. Считайте, что 9. Расставился. 10, 11, да, 3 часа. Ну, 3 часа я пару половил. И что у нас там было? Щегла было 2, 3, 4 щегла, по-моему, если не ошибаюсь, поправьте. И 4 чижа, да? 2 чижа, 1 чижовка, еще 1 чижовка сейчас. Да? Да. И 1 синичка. Ну, в принципе, сказать можно так, что в принципе ни о чем. Короче, к чему еще сказал? К тому, что птица уже сейчас, видите, летает по одной, по две щеглы. Мне это вообще показалось, что прилетела пара, они развернулись вдвоем, долбанулись в воску. Вот, то есть уже табунов, стаек нету. Уже птица летает. Если раньше там чижи с репелами могли, репелы со щеглами могли летать, то сейчас нет. Вот как-то так. Буду я, наверное, собираться. Блин, встал, ветер тут дует. Я что, камеру, блин, ниже ставлю себя, чтобы не так задувал ветер, не тарахтело в микрофон. Выходные, выходные. Не знаю, завтра планирую, как я сказал, с этими хлопками пойти за снегирями. Ну, вот как-то так. Посмотрим. Попробую эти хлопухи завтра запихнуть там в дебри какие-нибудь, напихать туда рябины и всякого остального. И посмотреть, возможно, снегир туда попадется, может быть. Хотя есть сомнения по этому поводу. Вот, буду собираться, потому что смысла нет, солнце вышло, воска блестит. Камера садится, поэтому не знаю, половил сегодня нормально, подышал свежим воздухом 3 часика и тоже неплохо. Все, ребят, на этом все, всем пока, ставим лайк, обязательно комментируем, ребята, обязательно подписываемся на канал, продолжаем, чуть-чуть в работе было, я был в работе, некогда было заниматься видео, блин, рабочий процесс кипит, выходные у нас всего лишь пока только 2, суббота, воскресенье, сегодня там 3 у нас выходных, потому что получается 8 марта, и поэтому постараюсь подогнать видосы, которые уже отсняты и есть в нужном виде, чтобы вовремя выставлять видео, видео выходило, блин, чтобы видео вовремя выходило на канале. Все, всем пока!
Услышимся, увидимся. Следующее видео, продолжение будет.